старые добрые объявления на подъездах, а также сообщения в соцсетях и на своих ресурсах. О предстоящей встрече жителей дома номер 10 по улице Союзной со своим газовым участковым Мособлгаз оповестил почти за неделю. Газовый участковый – это новая должность, сделанная для того, чтобы все жители знали нас в лицо. Новое название мастеров – газовые участковые – это только часть большой реформы в сфере обслуживания оборудования в Подмосковье. Вся эта работа теперь переходит в руки монополиста Мособлгаза. Людей на встречу собралось немного. Первый же вопрос – компании, которые продают газовые плиты, готовы за деньги и сами подсоединить их к трубе. Так делать категорически нельзя, объясняет газовый участковый. Это небезопасно и ведет к штрафу. Потому что если мы к вам пришли в этом году, у вас стоял, допустим, Гефест, а в следующем году уже Bosch стоит, то уже будут вопросы, что это самовольное заменение газового оборудования. Новое название мастеров «газовые участковые» означает более доверительные и близкие отношения Мособлгаза со своими клиентами. Идеальная ситуация, чтобы и те, и другие знали друг друга в лицо. В прошлом году участились случаи мошенничества по газовому оборудованию и незаконно устанавливали газовое оборудование. Много денег с этого брали, с людей. И теперь на сайте Мособлгаза можно найти по адресу в поисковике ваш дом и узнать, кто ваш газовый участковый. Читайте объявления на подъездах, ждите, когда ваш газовый участковый дойдет и до вашего дома. Но и более современные каналы связи тоже работают. Имя, внешность и даже номер телефона своего участкового можно узнать на сайте Мособлгаза. Тимур Гайсин, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».